Всем привет! Выношу мусор из машины. Собираю постоянно там дофига всего. Бумажки. Пойдемте посмотрим, что у нас там с пляжем. Хотя пляж, конечно, зашибись сейчас. Уже чувствуется жара. У меня вот эта сломалась штука. Видите, как слышно ее. Вылетел какой-то там шуруп. Море, море. Море, конечно, шикардос. На пляж ехать и загорать. Смотрите, какое море голубое. Что, ребенки, мы покажем море поближе. Видите, какое оно шикарное. Пляжный сезон можно открывать. Альмунекар видно. Так ясно. Это Альмунекар, там, где живут Таня, моя подружка, Гуля. Блин, классная такая погода. Даже, наверное, будет жарко. Ну, а я на работу, как всегда. Как всегда, по вторникам идем на работку. Поработаем чуть-чуть. И домой. Так вот и проходит жизнь. Работа, дом, дом, работа. Ну, иногда выходы в свет. Потапом пожрать. Или еще что. Летом пляж, зимой. Можно было бы сказать лыжи, но нет. Лыжи. Я горные на горных лыжах не умею кататься. А не горных у нас, в принципе-то, и нету. Такие дела. Смотрите, сколько народу на площади. Видимо, туристы приехали. Офигеть. Не видимо, а приехали. Видите, сколько народу. Вроде бы не похоже, что это какие-то пенсионеры. Это, наверное, все вместе. Ой, а с моря туман идет. Это от того, что жарко. Море холодное, а на улице жарко, и поэтому идет сильное испарение, и туман с моря идет. Я иду домой, иду и думаю, чтобы мне покушать. Есть одна мысля, сейчас посмотрим, если мы ее осуществим. Ну и вы тоже заодно увидите. А я, прости, у нас такой туннель. Кстати, кто здесь живет, говорят, что вот здесь это захоронены люди. Видите, потому что наверху церковь. Вот в этих вот камнях люди захоронены. А вот тут святая какая-то. Видите? Здесь специальная бабушка, которая убирает все это. Не знаю, правда, неправда. Захоронено здесь, кто-то не захоронен. Понятия не имею. Кстати, у нас выборы прошли в эти выходные. Сегодня клиенты были. Я их спрашивала, кого выбрали. Вот. Они сказали, что выбрали ту же, кто и была. То есть, мою клиентку. Вот она висит. Мария Ухения зовут ее. У нее, кстати, сестра живет в Канаде. Она приехала на той неделе. Она тоже моя клиентка. И вот она... Правда, в Канаде живет, но она уже гражданка Канады. И голосовать она не может. А она приехала. Я об этом не знала. Я говорю, сестру приехала поддержать, типа это. Ну, ей уже представляете? Они не едят мясо, вообще не едят. Ну, я ее спросила, говорю, а почему? Типа вегетарианка или еще что-то. Вот. У нее волос такой, знаете, какой? Очень кудрявый. И она красится в рыжий. Но ко мне она ходит, когда... выпрямить хочет. Такие собрания, вроде бы с прямым волосом, попредставить. Там на нее столько времени нужно тратить. И о чем это я говорила? А, так вот, они не едят мясо. Говорит, что организм плохо усваивает мясо. Странно. Ну вот, я ждала, когда он проедет, чтобы не трещал. Он еще и остановился. А, у меня машина же вот здесь стоит.
Вот, кстати, почтальон, который мне в прошлый раз сказал, что у меня посылочка лежит. Машина-то вон она. Так вот, я первый раз в жизни слышала, что организм плохо усваивает мясо. Причем любое мясо. Вообще не едят ни курицу, ничего. Рыбу, говорят, иногда. Чего только не бывает. Короче, знаете, что я сварганила? Вот такую запеканочку. Здесь вермишелька, тушенка и яйца. И сверху сыр. А вы такую ели в детстве? Мне кажется, 100% ели. Вот так оно запеклось. Сыр, конечно, нужен другой, но у меня не было для сэндвичей. Кстати, тушенка, которую я купила в русском, вот такая вкусная. А вот, и именно мясо, куски, представляете? Обычно купишь, а там фарш. А это куски мяса. В общем, и салат, естественно. Ну как же без салата? Без салата никак. Вот такой у меня обед. А это Чарли достала кусок мяса, потом он порежу, он размораживается. Готовый уже. А это сперла вчера цветок. Буду сажать. Вот так. Сперла. Мне прям понравилось, как он висел. Такой красивый-красивый. Думаю, надо ко мне тоже такие. Срочно-срочно. Сейчас салат лимоном заправлю еще. И оливковое масло. Ручьи вот эти почистили, некоторые лягушки вернулись на свои места. Прикольно. Ой, маленькие тут такие есть. Я их, правда, ненавижу и боюсь. Но они имеют место жить. Пойдемте отсюда, а то еще прыгнут на меня. И будет тогда визг на всю, на весь парк. Скажет, здоровая дура, орет как... Как дура. Как же ему нравится тут на травке бегать. В общем, мы на своей обычной прогулке в своем любимом парке. Ходим, блуждаем. Деревья, они сейчас лысые, но потом будет все как надо. Еще колючие. Смотрите, какие колючки. Пипец. Вот это бы надо бы было как-то подстричь, чтобы не нарваться. Как бы. Там щеночек маленький, Чарли Молли увидел и думает, может к нему сбегать. Но мне кажется, не надо ему, к маленькому щеночку. Вы знаете, несмотря на то, что солнце печет, ветер все равно довольно-таки не жаркий. Ветерок идет, дует. Совсем даже не жаркий, такой, скажем, освежающий. Это из рубрики «Мотоцикл поныне там». Он вообще отсюда никак не это. Чарли, адонде, а? Это вообще пошел. Куда ему хочется, туда и пошел. Он вообще думает, что он тут хозяин. Все, иду домой. Запарилась, знаете. Ветерок подует прохладно, а не подует вообще жарище. Иду вся потная. Сейчас в душ пойду. Прибежал? Прибежал? Цветочки вам свои давно не показывала. Вот этот надо, конечно, его пересадить. Он растет уже прям не по дням, а по часам. И цветет не очень. Места его мало. Калы мои симпатичные растут. Все растет. Смотрите, какой фикус у меня. Видали, какой он у меня классный. Это моя фиалка. Ну, этот этому все нипочем. Он растет даже. Так слышно этих чаек. Чайки, не кричите, сердцу больно. Полоска от самолетов. Чаек здесь, конечно, зашибись сколько. И балкон потом от них. Не балкон, а террасу от них отмывать. От какашек.
Я себе ужин приготовила. Сейчас вам покажу, что у меня тут за ужин. Конечно, я это все не сожру, но все-таки. Неспера у меня опять принесла клиентка мне, мушмала. Черешенка. Мочали там своей игрушкой. Думает, а вдруг что-то там такое вкусное, а я пропускаю. В общем, буду ужинать. У меня сегодня по плану большой брат. Такое умиление. Мне так нравится, когда он лежит на этом коврике. Своей игрушечкой. Вообще такой сладкий. А вообще все больше времени он проводит сейчас на полу. Потому что там прохладнее. Хотя я бы не сказала, что жарко. Мне вообще не жарко. Не знаю, как ему жарко. В общем, большой брат... Как он называется-то? Последний герой. Вот. Супер Бивентес. Он сейчас через 15 минут. И он начнется. Показывают, что, не знаю, погоду, жарко, холодно. Что говорят? Не знаю, что говорят или не по погоду. Японцев показывают. Ой, вы знаете, этих японцев... Вчера ходила по городу за обувью, когда мужу. Это пипец, как будто их, знаете, привезли и здесь оставили, этих японцев. Они везде. Сегодня я, кстати, их не так встречала. Подошла к Карифуру, а их там, не знаю, человек 30 сидят. Прям вот так вот на асфальте сидят там в своих этих телефонах. Что-то там показывают, не знаю. В телефонах ковыряются. Ну, наверное, в какие-нибудь музеи стоят очереди. И у нас я никогда не видела столько японцев или китайцев. Ну, скорее всего, японцы. И прям вот не везде, где не пройдешь, как это. И все фотографируют. Такие неинтересные вообще вот. Неужели так отличается Япония от Испании, да, что они идут, какие-то обычные дома, и они их фотографируют, так смешно на них смотреть. Вышли из Карифура, значит, там купили какие-то бисквиты, и давай вот они этот чек рассматривают, то ли дорого, то ли дешево, не знаю, что им как кажется. Вообще говорят, что в Испании не очень дорогая еда, и многим кажется, что здесь дешево, можно пропитаться, скажем так, да, вон их показывают, японцев. А, это Аламбра, смотрите, где я была в прошлом году, у меня есть оттуда видео, видите, Аламбра. У меня, когда приезжали мои родственники, мы ездили именно туда, Аламбра находится в Гранаде, так что, если заходите, видео, там очень интересно, замок, где жили короли, скажем так. Большая достопримечательность Гранады. Ты что такой сидишь там вообще? Иди сюда. Вань таки, вань. Сюда? Иди сюда. Давай поцелуемся. Вот так. Давно мы на камеру не целовались, да? Давно на камеру не целовались. В общем, вот такие у нас дела. Будем сейчас смотреть фильм. Ой, фильм. Кстати, смотрю фильм. Сериал очень интересный. Называется «Все могло быть иначе». Советую посмотреть. Прикольный такой сериальчик. Вот, не знаете, не вот такая вот, как мелодрама, мыльная опера, когда серия за серией одно и то же. Я такие не люблю, которые через 20 серий включаешь, а там ничего не изменилось. А это вот ничего так, продвигается. Я не знаю, сколько серий, но я думаю, что штук 12. Фиг его знает, посмотрим. Вот, буду с вами прощаться. Не обещаю, что завтра будет влог. Скорее всего, его не будет. Потому что завтра ничего интересного не будет происходить вообще. Но если будет происходить, то... В общем, подписывайтесь, нажимайте колокольчик, и колокольчик вас оповестит, вышло видео или нет. Так что не обессудьте, всего самого наилучшего, всем пока-пока!